Несколько часов назад стало известно о смерти мужа певицы Натали, 53-летнего продюсера Александра Рудина. Как сообщают СМИ, избранник артистки стал жертвой несчастного случая, либо наложил на себя руки. Дело в том, что тело продюсера обнаружили в минувший четверг на козырьке в подъезде, в котором он проживал с семьей. Ранее Рудин тяжело перенес COVID. Возникли осложнения. 2 недели назад у продюсера умер отец. Только-только семья его похоронила, и вот снова беда. Посетовали в окружении 49-летней исполнительницы. К слову, Натали и Александр Рудин прожили в браке более 30 лет. У супругов 3 сыновей. Пара считалась одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Поженились они, когда артистке было всего 17 лет. Сложно представить, что сейчас чувствует певица, для которой супруг был одним из самых близких людей. Наташа и вся ее семья просто убиты горем. Александр был главой семьи. Они были очень счастливы в браке, поделились в источниках.